петрозаводчане отстояли свою позицию по поводу строительства вышки сотовой связи на Куковке. Разрешение на использование земельного участка отменено. Использование земельного участка под строительство вышки у жителей района вызвало тревогу. Рядом школа, детский сад, жилые дома и зеленая зона. Обращение к главе республики в прокуратуру и Роспотребнадзор привлекли всеобщее внимание к проблеме. При содействии уполномоченного по правам человека в Карелии Министерство имущественных и земельных отношений совместно с администрацией города строительство вышки отменили. Решение на использование земель или земельного участка, государственная собственность на которой не разграничена, от 10.04.20 номер 252, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Балтийские высоты», что данное решение отменяется. Спасибо большое за вашу инициативу. Спасибо за вашу поддержку. Жители Куковки не против сотовой связи. На постройку вышки будет выделен другой участок вдали от жилых домов, детских учреждений и парковых зон. Чтобы исключить в дальнейшем подобные ситуации, исключить их в принципе, нужно корректировать закон. И вот на сегодняшний день я обратился в адрес главы Республики Карелия, в адрес руководителя нашего парламента с обращением официальным предложить власти рассмотреть вопросы корректировки законодательства именно таким образом, чтобы при решении вопросов распределения земельных участков, вот таких вот по строительству, либо какие-то другие цели, люди больше вовлекались в эти процессы. Депутат отметил, решение о строительстве сложных технических сооружений необходимо принимать с учетом общественных слушаний при активном участии жителей республики.